Вопрос о расколе сектантстве принадлежит к числу вопросов, еще слишком мало разработанных нашей литературой. Многие весьма важные стороны этого оригинального явления духовной жизни русского народа до сих пор остаются недостаточно выясненными. Бяху вкупе и имяху все общее? Да неужто ты сам себе так, мил человек? Кому, скажите, истина сама давалась в руки? Застыли слезы в синем взоре твоем, измученная мать. Какие горести и хвори тебя начнут еще терзать. В конце позапрошлого и в начале прошлого столетий в Самаре прекрасно знали служащего губернского ведомства Александра Степановича Пругавина, жившего здесь не то в ссылке, не то по какой-то еще одному ему ведомой причине. В 90-х годах, когда Поволжье оказалось подвергнутым очередному голоду, именно он, Пругавин, сумел организовать широкую помощь голодающим и даже привлек для этого писателей Чехова и Короленко. А родился он в семье инспектора народных училищ в Архангельске. Там же окончил гимназию, после этого учился в Петровской земледельческой и лесной академиях в Москве. Из последней был исключен и выслан из Москвы за участие в тайных обществах и распространение нелегальной литературы. В конце 70-х, будучи еще совсем молодым человеком, Пругавин опубликовал свою первую научную статью «Знаем ли мы раскол?» и с тех пор стал пристально заниматься изучением этого явления русской духовной жизни. Выезжал в архивы, в библиотеке, часто бывал в экспедициях. Вот и эту свою книгу о расколе и сектантстве он задумал еще живя здесь, в Самаре. Ходил по самарским улицам, всматривался в лица, вслушивался в разговоры, иногда заходил в старообрядческие храмы. И тоже смотрел, слушал и думал. Кроме нужд чисто материальных и запросов желудка, у народа существуют и другие потребности, удовлетворение которых отзывается на нем также крайне болезненно и печально. Это потребности просыпающейся мысли, потребности чувства и сердца, жажда умственной, духовной деятельности. Господи, спаси и помилуй меня! Кукишем креститься заставит! Ну что разгалделись? Повторяю, необходимо обратить самое серьезное внимание и заняться тщательным изучением проявлений духовной и интеллектуальной жизни русского народа. К числу этих вопросов мы причисляем вопрос о расколе или сектантстве. Скажем более, этому вопросу, ввиду его особенного значения, мы отводим одно из первых мест среди других вопросов интеллектуальной народной жизни. В Самарской губернии, в Николаевском уезде, по соседству с когда-то цветущими, но позже разоренными раскольничьими монастырями, жил молокан, простой серый мужик Михаил Акинфеевич Попов, он же Шипилов. Светлым умом и добрым сердцем наделила природа Михаила
Акинфеевича. Мужик он с достатком, поэтому у него было время на чтение Евангелия и Библии. И вот читает он Евангелие и видит, что живут люди совсем не так, как следовало бы по учению Христа. Богатый везде гнет и дерет три шкуры с бедного. А как помочь бедному люду? Как защитить его? И снова читает он Евангелие, ищет ответы на мучающие его вопросы. И вдруг находит: все веровавшие бяху вкупе и имяху все общее. Так вот, где разгадка, вот решение всех проблем, решил Попов. Убедившись в правоте этих дум, Попов провозгласил свое собственное учение. А начал с того, что раздал все свое имущество соседям. В соседних деревнях нашлось много его последователей, а деревни Яблоневый Гай и Тяглое озеро целиком перешли на его сторону. Такое движение, разумеется, не могло остаться в тайне. И вскоре власти узнали о нем. Попова схватили, заключили под стражу. Последователи пытались устроить ему побег, но им это не удалось. Попова судили, приговорили к высылке в бывшую Шамаханскую, а нынешнюю Бакинскую губернию, за Кавказ, вместе с 13 наиболее верными помощниками. Но, очутившись за Кавказом, среди чуждых и незнакомых условий, Попов немало не смутился и немедленно принялся за устройство общины на выработанных им началах. Прослышав об этом, его последователи, оставшиеся в Самарской губернии, начали хлопотать о переселении их туда же, за Кавказ. Администрация, немало смущенная пропагандой Попова, была очень рада случаю избавиться от его последователей. Получив разрешение, переселенцы двинулись по следам своего опального учителя и обосновались в Ленкоранском уезде, где вскоре появилось несколько цветущих слобод, которые не только приняли учение Попова, но и реализовали его в жизни с необыкновенной последовательностью. Другой крестьянин Владимирской губернии Никитин сжег свой собственный дом и двух своих малюток, перед этим зарезав их ножом на пригорке за деревней. Свой поступок на допросе Никитин объяснил, что действовал так, начитавшись Библии, а его жена во время заклания произносила молитвы, объясняя его цель. Никитин был, разумеется, наказан, сослан в Сибирь и поселился на реке Аргунь. Живя там, он часто уходил в лес к маленькой часовенке и проводил там целые дни. Всем казалось странным такое его поведение, и вскоре все объяснилось. А выяснили, как что пастухи, привлеченные к часовенке в лесу, раздававшимися из нее стонами. Войдя в часовню, они увидели крест, который вкопал сам Никитин, а на нем висящего человека. Его голова была склонена на бок. В крепкий мороз он висел на кресте совершенно голым, только низ живота прикрыл белым платком. В боку его была рана, а у подножия креста лежало копье и орудие Христовых страстей. Сбежавшиеся люди сняли его с креста. Он был еще жив. Когда его вылечили и призвали к ответу, Никитин отвечал, что распинал себя сам, дескать, жертвовал за людские грехи. Ему было трудно, но перед тем, как распять себя,
он долго молился. Сначала он прибил к кресту ноги правой рукой, придерживаясь левой за поперечное древко креста. Потом левую руку насадил на большой гвоздь, вбитый предварительно с задней стороны поперечной доски креста. То же самое хотел сделать и с правой рукою, да, видно, силы изменили ему. Он ослаб и повис. Так, с опущенной рукой, он и был найден пастухами. «Захотелось умереть, как умер Христос за людей», — говорил Никитин. И вот невольно думается, что вышло бы, если бы это железная сила воли, это полная беспредельная готовность страдать и жертвовать собой для блага людей были бы направлены на путь разумного служения человечеству. Что было бы, если в 1905 году, когда увидел свет книга «Раскол и сектантство в русской духовной жизни», ее автор Александр Степанович Пругавин уже не жил в Самаре. Он вновь осел в Петербурге, бывал за границей и продолжал думать о том же самом, о поисках истины народом. И вот спрашивается, кому же истина сразу давалась в руки? И разве мы, культурные, просвещенные люди, часто не сбивались с пути, разыскивая ее? Так не будем же чересчур строги к работе народной мысли. В 1918-м, спасаясь от голода, Пругавин уехал из Петрограда в Уфу, где редактировал для заработка «Колчаковскую газету». После поражения Колчака его арестовали в Новониколаевске, перевели в тюрьму в Красноярске. Там он и скончался в тюремной больнице осенью 1920 года от цепного тифа. И я уверен, мне простится, что я, тоскуя и любя, не мог ни верить, ни молиться, а только плакать за тебя. С вами был Михаил Перепелкин.